Видны ноты? Мы на выдохе делали вот такой звук. Теперь мы прибавляем к нему звучание. Мужчины.
Поднимаем упражнение. Как его делать, не поняла. Просто берем, кладем подбородок на шею и прям прижимаем, держим. Напряжение, да. Сильное напряжение потом способствует сильному расслаблению гортани, соответственно, всех этих хрящевых тканей. Следующее упражнение дополнительно. Расслабит слух. Гук. Мужчины. Гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу. Женщины. Гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу. И. Yeah.